как и обещал, информация по машине. Сегодня получили машину Volkswagen Polo. На этот раз бензиновая. Движочек слабенький. Не знаю, слабенький, в этом случае маленький. Всего 1 литр. Хотя я не шумахер, известное сопло. И сегодня нормально едет, вполне. Вот, единственное, пока при волнении, это то, что бензиновая машина. Я боюсь, что будет жрать, несмотря на маленький двигатель. Вот такая приятная машинка. Мне нравится, черная. Выхода другого не было. Выбора, в общем-то, и нет. Нет, была белая еще. Свет поставил на черный. Хотя в жару будет греться. Ну да ладно. Так, ну что? Колеса. Колеса на этот раз обычные. Пластиковые. Дисками. Ну и тем лучше. Слушайте, я ободрался с той машины. Вот. Колеса Dunlop 185-60 R15. На этот раз в прошлой машине у меня была такая, как авоська, из веревок, которые можно было спить, кронштейн. Кстати, авоську не дали. Ну ничего, я ее вытащил из той машины. Значит, тут вот немножко отличается. Как-то получается два секции. Можно ее вот так. Единственное, что есть, что это, в общем-то, необходимый кондиционер. Вот, и в опции входил телефон. То есть я уже не мог отказаться. Потому что выбора не было, я машину не заказывал. То есть надо было ждать 3 месяца, а выбора не было, надо на работу все-таки вот ездить. Поэтому вот, в общем-то, взял, как называется, серия специаль, чего она называется, серия специаль, но которая была свободная, и у меня через течение 2 месяцев я ее получил. Вот, привет, вот что мне здесь нравится, это компьютер. Компьютер, причем экран тактильный, то есть что от нажатия пальцем приходит. Вот, радио, медиа-центр, то есть что-то включается. Есть включение через USB-порт, обычно есть включение флешки. Просто джекером. Вот, то есть. И что самое интересное, проигрывателя диска нет. Нет, еще не только радио есть. Вот. Телефон. Я уже подключил свой, пожалуйста, там света. То есть это 5-10 рабочие телефоны. Набор, вот список контактов. Вращаемся. То есть просто набор номер. Ну, удобно. Мессажи видите, то есть это отлично. Информация по машине.
то есть, я, честно говоря, еще не разбирался от различных. Что-то тут начиная с первой заправки, потом от начала, то есть вот, длительность, бля-бля-бля. Вот, потом, значит, какая-то странная штука, стиль вождения. Непонятно, что значит. Ну, короче, еще интересно. Машину мы взяли так называемый лизинг с опцией покупки после возможности покупки через три года. Не знаю, как уж там на все воля Божья. Будем мы покупать новые, возьмем вообще. Что загадывать? Короче, ничего тут я менять не сомневаюсь, но вот увижу уже, что фильтр там масляный. Масло 50. Аккуратненько скомпонован, мне нравится. Мумриковичи.